Всем привет и поздравления с наступившим праздником Днем Металлурга. У меня по этому поводу праздничный обед, так сказать, мукбанг. Из всего, что вырастил своими руками. Есть и огурцы, и перчик, и помидоры, и кабачки. Из купленного только напиток Кока-Кола. Сегодня уже поздравили соседи с Энергодара. Так сказать, праздничный салют с праздничным обстрелом. Нажрутся, как всегда, до поросячьего виза. И лупят по мирному населению. Ну, нам как-то пополамтельно. Я хочу пожелать в этот праздничный день, а я отдал этой профессии более 40 лет, всем металлургам, кто к ней причастен, крепчайшего здоровья, металлической стойкости, выдержки и терпения. Все будет окей. Всего вам самого хорошего.